Арбитр, что это вы так притихли? Какие заботы гнетут вас? Иерарх, прошу простить мою дерзость. Вы поручили мне уничтожение человечества. При вашем прошлом нужно гордиться заданием. Я, разумеется, горжусь. Но рыться в древних руинах, обыскивать пустые храмы, как это продвинет нас к цели? Для войны с людьми нам понадобится намного больше кораблей, чем мы можем набрать. Я возьму то, что есть. Оставив нас без защиты? Нет, древние помогут нам. Этот мир станет колыбелью великой армады вторжения. Она сокрушит людей легко и быстро. Но этот мир мертв. Это лишь остров. Не кощунствуй! Нужно искать терпеливо. А чтобы ускорить поиск... Женщина людей, что видела реликт во льдах, что-то уже знает. Реликт привел к этой планете не только нас, но и ее. Захватите ее и доставьте мне. Будет сделано. Ну вот. Нашу бабу хотят похитить, а? Вы сейчас на месте, где стояло их силовое поле. Осмотритесь там. Что это? Что там плохое? Скоробей ослаблен, но мозг все еще действует. Его плазменная пушка мешает отступать и вывозить войска. Разрушьте его. Хорошо, я понял. Док построен. Подлатав базу и отряд, разрушьте скоробея. Реактор построен. Так, противотранспортная. Прожектор дает понять, куда он целится. На первых порах нас прикроют развалины храма. Но ненадолго. Турель улучшена. Движение. Турель улучшена. А это что такое? А, скорпиошек можно наставить. Давай. Так, и, кстати, надо им их улучшить. Все захапал? Молодец. Блок снабжения построен. Собирай, собирай. Так, а скоробей у нас вот тут. Скорпион готов к битве. Я так понимаю, здесь солдатиками нечего даже думать. Блок снабжения улучшен. Да? В движении. А что я еще могу сделать? Могу сделать. Нет, вот воздушный мне не дают вообще ставить. Казармы нет смысла, мне кажется, вообще. Не, ну в принципе можно их поставить, чтобы нет, будут. Так, ты там все собрал? Нет, он не собирает еще. Скорпион выдвигается. Так. Слушаю. Собирай.
казармы построены. Так, пусть улучшается. Собрал? Собрал. Молодец. Иди собирай вот тут. Реактор улучшен. Изучена свежая кровь. Скоростная турель. А чё бы нет? Давай. Скорпион готов к бою. Так, у меня есть один носорог, я так понимаю, именно он должен мочить, да? Скрабей это. Медленно делают. Пипец медленно. Изучены реактивные гранаты. Скорпион заправлен. Попробовать, что ли? Давайте попробуем. Хоть узнаем. А ну-ка, атакуйте. Ты. Цель получена. Один из генераторов разрушен. Голова с корабля вращается медленнее. Ага, вон он. Давай посмотрим. Цель выбрана. Вон еще один генератор там. Изучена усиленная турель. Старайтесь уничтожать саранчу, она разрушает здания. Цель получена. Цель получена. Картечь заряжена. Голова с корабля еще замедлилась. Так держать. Цель выбрана. Пойдемте еще посмотрим, что там. Так. 10 еще что-то есть, да? Угу. Вот тут, похоже, что-то есть. Так, а если я сюда приду? Началась контратака на нашу базу! Насрать, они там справятся. Цель получена. Голова вращается медленно. Так, а я могу тут? А, да, могу. Регенерация, лечение. Давай. Целей. Лечи цели. Все юниты. Не-не-не. Ближние юниты. Ближние юниты, да. Так, значит, тут я разрушил. Тут я не разрушил. Цель получена. Давай.
Орвать их в клочья! Цель выбрана! Не, ну я знаю, что я солью, как бы. Цель получена. Да, ну я разрушил, по крайней мере. Цель выбрана. Минус. Регенерация под лечение целей. То есть я могу орбитальный удар сделать, да? Я тут ничего не вижу. Так понимаю, он очень хочет. Да? Или нет? Да вроде нет. А я могу носорога делать? Нет? Могу. Нужно больше ресурсов. Чё это? Как это так это? Почему ресурсов нет? Теперь все пойдет пошустрее. Так вот. Блок снабжения улучшен. Сходи-ка сюда, проверь, что тут у нас. Да, ну понятно. Что тут? Скорпион, выдвигайся. Ягод думает, что это хорошая идея. Нет, я не думаю, что это хорошая идея. Я просто-напросто проверил, что там. Блин, может еще... А, нет, подожди. Ща я настрою вам тут. Нужно больше ресурсов. Да, ну у тебя нафиг. Медленно. Скорпион готов к бою. Еще больше ресурсов. Потому что тут танчики только затащат, мне так кажется. Снабжение построен. Отлично. Где оно? Вот это, да? Так, смотрим, ждем. Наблюдаем. Готово. Все юниты. Блок снабжения улучшен. Все юниты. Так, а ну-ка идите вот сюда. Короче. Цель получена. Скорпион заправлен. Вот придурки. Решили вот тут поехать, а? Вот не ехалось вам вот тут вот. Вот. Надо вот именно вот тут, да? Замедлилось. Так держать. Так. Блок уничтожено 6 из 7.
Получено. Шрапнель пошла. А последний вот тут вот, я так понимаю. Погнали. Цель выбрана. Ой, они через тьму таракань, блин, поехали, а? Вот чё вот вам здесь не ехалось? Я не понимаю, или здесь хотя бы. Цель получена. Гордись. Голова с корабля еще зарядилась. Так держать. Ну все, узлов уничтожено 7 из 7, и как бы все. Так. А меж тем у нас есть денежки. Что тут битва была, я так понимаю, смотрю, дымится моя турелька. Турелька дымится плохо. Регенерация, лечение целей. Ай-яй-яй. Все юниты на марше. Да хорре! Скорпион выдвигается. Убьет. А хотя, может, и не убьет. Так, ну чё, нам надо теперь, значит, с корабельчика вальнуть. Он теперь очень медленный. Так, 21. Нужно больше ресурсов. Сука, да что ж такое-то? Что ж у вас как медленно с ресурсами-то всё? Скорпион готов к битве. Так, давай-ка. Регенерация подготовки. Лечение целей. Кстати говоря, а ну-ка, ну-ка. Нужно больше ресурсов. А, 600 нужно. Я бы по скрабею сейчас бы долбанул бы. Давай подождем. Может быть, этот авиаудар как раз-таки очень даже неплохо сработает. У нас вроде ресурсы-то есть. Сейчас они только накопятся. Скорпион готов к бою. В принципе, 600 немного. А потом прям под всей аравой и двинем, да? Так, ну-ка. Ну-ка. Готовим МРП. Давай. МРП, пли. Что-то... не рулит. А тащим-то. Ладно, я понял. Скорпион заправлен. Фигня какая-то получилась на самом деле. Если эта штука прожжет развалины и уничтожит командный пункт, нам конец. Все юниты. Я понял. А ну-ка пошли. Вас понял! Двигаюсь к цели! Через тьму таракань какую-то поехали. Враг впереди! К бою! Легко и просто! Вперед! Скорч убит. Он не может стрелять сразу в две стороны. Надо этим воспользоваться. Будет весело! Ох, нифига, это как-то... А чем его мочить-то? Цель получена. Вперед! Очень мощно. Это война, дамы! Ты посмотри, а. Все юниты.
таким макаром. Так, ну-ка, вернемся. Надо, наверное, ракетный залп мощный. Нужно больше ресурсов. Ох ты, ёпт. Лечение целей. Не успеет. Ну, в принципе, нормально. Разобрались. Да. Черт, он вообще тот. Мы ему сняли примерно. Сколько это получается? Кобра к бою готова. Кобра готова. Мне нужно что-то помощнее. Скорпионы, конечно, жирненькие, но что-то как-то... МРП поможет защитить базу и уничтожить силовые узлы. Да я уж уничтожил все ваши силовые узлы. Росомаха готова. Ждем-с. Росомаха готова к службе. Это я могу улучшить? Нет, не могу. Опять-то что такое, вепрь? Не, ну не надо. Росомаха на позиции. Они, в принципе, маневренные такие, может быть, они затащат. Кто их знает, блин. Росомаха готова выдвигаться. Нужно больше ресурсов. Сейчас будет тебе ресурсы, блин. Сука такая. В принципе, нужно бы еще один скорпиончик сделать. Нужно больше ресурсов. Да, ну ладно. Ждем, короче. Но что-то как-то мало ему сносит. Давайте еще раз его попробуем херануть авиаударом-то. Росомаха на позиции. Или улучшить еще, кстати, их можно. Да. Ну-ка. Залп. Росомаха готова выдвигаться. Все юниты. Ну-ка. Так, где ты там? Угу. Режим прицеливания. Поехали, ё-моё. Медленные. Какие они соображают, прям ужас. Сейчас вот как раз таки они приедут, блин. Ну да, он, блин, пока они тут раздуплялись, нафиг. Огонь по моему сигналу.
давайте, пацаны. Мы его неплохо коцаем. И он не попадает, кстати, по этой, по росомахе-то. Он пытается, он, похоже, забуговал, смотрите, он пытается ее замочить, но у него не получается, потому что она стоит чуть-чуть поодаль. Похоже, мы его сейчас доковыряем таким макаром, потому что он вообще не это... не реагирует. Да. Ну, это, конечно, бугаюзерство, я понимаю, но все-таки... А чё бы нет? Изучен зал. Отлично. Давайте, пацаны, залпанем. О, пошла жара. Регенер, лечение целей. Ближние юниты. Ракеты пошли. Хорошая вещь. Население уже достигло максимума. Скоробить уже наполовину мертв. Еще удар. Конечно. Все юниты. Не-не-не, не все юниты, а ближние юниты, пожалуйста. Снаряд выпущен. Росомаха готова к службе. А, нет, еще не откатилось, к сожалению. Вот этот вот, он просто какой-то заговоренный. Ну что, Microsoft сам виноват, блин. Надо было лучше тестировать игру-то. Потому что он реально, он пытается его задолбать, но у него не получается, потому что это неуязвимость какая-то включилась. Ладно, давайте. Замаха на позиции. Вот так вот сделаем. А что ты делаешь? А, ну ладно, как хочешь. Ближние юниты. Стал сделан. Ждем. Вот, началось. Пошло в колхозе утро. Росомаха готова. Так, вы откатились там? Нет, еще не откатились. Вот, теперь откатились, давай. Почти, почти не считается. Ух, нифига себе, тут что творится. Росомаха готова выдвигаться. Так, у меня турель где-то погрызли. Печально. Поехали. Вот снова в строю. Турель построена. Скорпион заправлен и готов.
Все юниты. Огонь! Сейчас мы его доломаем, походу. Он уже ничего не сможет сделать. Готов. Падла такая. Я же говорил, все получится. Ну да. Но долго. Долго мучил. Что-то он какой-то реально бронированный. Скоробей уничтожен. Победа за нами.